Мы на месте. Почти на месте. Почти на месте. Не думали. Никогда не беспокоить морскую черепаху, которая ползет до моря или от моря. Значит, здесь ползают черепахи. Придем смотреть. Да? Ой, смотри, тут похоже следы черепахи. Или это птичьи? Да, это птичьи. Настюш, ну смотри. Еще птичьи. Настюш, ну смотри, море. Море, море. Сегодня лопнет. У нас турецкий завтрак. Очень любим турков за их гостеприимство. Красота у нас какая. Пойдем, пойдем. Неудобно для деток помочь. Мы решили, что мы уже немножко большие. Смотрите, у нас какой зеленый отель. Сосны. Птички, сосны. Дети бегают счастливые. Слышите птичек? Это бунгало, в которых мы живем. Показывай наш красивый отель. Вот это для взрослых аквапарк. Да. Вот это бассейн. Вот это дерево. Там еще один бассейн. Здесь основное здание. Это сам отель. Отель, да. Мы живем в доме. Да. В отдельный домик. Там тихо, спокойно, красота. Бассейн очень большой, вот это. Да, ну здесь для взрослых бассейн. А там для детей.
обеда мы там отмокаем. Да? Да. Подбрасываешь мяч, подбрасывай. А, больно. Это я тебе рукой задел. Давай, сейчас. Так, раз, два, три. Подбрасывай. Вверх, вверх. Подбрасывай. Надо вон туда подбрасывать. Как можно выше, просто подбрось, высоко подбрось. Высоко. Или можно заехать. Неудачка. Настя, неудачка. Теннис это не мое. Готова? Ну что, Настя, теннис это не твое? Вообще не мое. Нет, не получается. У меня вообще нету ничего такого теннисного, ни капельки даже. Теннисного. Ну как тебе отдыхается-то, малыш? Нравится? Да. Не устала отдыхать? Нет. Нет? Здесь очень круто. Прям уезжать неохота. Но мы вообще-то еще пока не собираемся. Вот она. Да, как на Мальдивах прям. Отель. Как на Мальдивах. Рефреш называется. Да? Сними очки, Настюш. Спасибо. Станешь обязательно. У нас 28 градусов, море очень теплое. Бассейн очень теплый. Да. Мы носим капы. Брекеты, надеюсь, не понадобятся, да, нам, Настя? Да, они нам пока что не нужны. Я не была, но очень сильно хочу. И у него нет Инстаграм, да, Настюш? Да. Нет. Не подкрашивает мама тебе глазки? Мы сейчас
ролика Питера смотрели. Ролика Питера? Да. А еще мы что делали? Мы печеньки делали еще. Я тебе одну оставила. Здорово. А еще? Котик. Вот. И еще мы антистрессы делали. Ну, здорово. Хорошо. И играли, ну, там, где надо, до маленького шарика, большой шарик. И там у нас три места было. И все живы, здоровы. И счастливы. Мы сегодня пойдем в мафию играть. А еще во что там играли вчера? Пиф-паф игра. Угу. И игра звезда, звезда, ракета. Понятно. Понравилось сегодня без мамы-то? Да. Да? Угу. Самостоятельные были? Да. У нас сегодня был прекрасный день. Peter's sandwich is very good. Very good. Look, this cat took beans. This cat took crackers. Apple sausage. Peter took fish. Fish. Oh, it's not Peter, it's his friend. Sorry. This cat took a fish. This is a Peter. Ice cream. Вкусно тебе, Настюша? Мама, ты, в принципе, можешь зайти и посмотреть. Yeah! All right! Everybody, everybody, let's go! I'm from here! Yeah! All right! Shake your body, move your body, everybody! Last! Кого только нет, птички, рыбки. Это скворец. Скворец? Да, это скворец. Тут каких только птиц нет. И скворцы, воробьи тут, дятлы. Так нравится, что ты теперь на море ходить не хочешь. Угу. Да. И даже на зарядку в 8 утра можешь встать. И там даже лунопарк есть. А что тебе еще понравилось? И аквапарк там есть. Мне понравилось там больше всего то, что мы вечером в 9 часов вечера играем в мафию. Вообще тебе аниматоры понравились, мне кажется, да? Да? Хорошие ребята. Угу. Скажи, какую ты книжку сейчас читаешь? Про Буратино. Про Буратино, приключения Буратино. Тебе нравится? Угу. Ну, в общем, даже на отдыхе не расслабляемся. Да, Настюша? Да.
На английский ходим, книжки читаем. А если так чуть-чуть можно расслабиться? Чуть-чуть совсем, да. Так мама не дает, да? Мы с Настюшкой идем на гриль. На музыку. На гриль-вечеринку. Смотрите, у нас красота, живая музыка. Хотел Настюша на пикник пойти. Да? Такой пикничок у нас. Идем на пляж. Еле вытащила этого ребенка из детского клуба. Еле уговорила пойти на море. Кошмар какой-то, Настя. Мне там понравилось просто. Я думаю, купаться приехала. Идем на ужин. Настюш, покажи свой загар. Девочка негритенок. Почему детки так хорошо загорают, а взрослые нет? Не знаешь? Может, потому что у них кожа такая у деток мягенькая. Мягенькая ты моя. Домой хочешь? Mm-mm. Не хочешь? Вообще ни капельки. Да это же не самая маленькая. Хотя надо. Надо, день рождения тебя ждет. Друзья, подарки. Ждешь? Угу. Настюша.
Наелась? Да. Пойдем гулять? Да. Я что ли должна? Есть, да. Капитан. А теперь все. Капитан должен быть смелый, но тут капитан не смелый. Да, тут кораблю не повезло. Но зато тут есть для тренировок, для тренировка называется смелый матрос. Угу. Это то есть вот так вот лазишь и потом отпускаешься на песок на ноги. Ты не смелый матрос. Я не матрос, я капитан. А, простите, простите, я забыл. И тут есть еще площадка. О. Это для капитана уже смелого. А, то есть здесь капитан ничего, может, да, пробраться? Да. Ну ладно. Это для капитана, там для матроса. Отлично. Пошли плавать. Ну ладно, пойду отплывать.